Швид, мы построим детскую площадку в нашем городе, Пол. Хорошо, давай купим землю под строительство площадки. Мне нравятся игры, где больше движения. Бет, мы уходим через 5 минут. Иду. Пол, мне нужно бежать. Ладно, Бет, до завтра. Ребят, Сидебиты, сегодня вы увидите детеныша пингвина совсем кроху. Так вы узнаете немного больше о моем мире. Вам он понравится. Я готова. Нет, мисс, сегодня мы идем смотреть на детенышей пингвинов, а не играть с маленькими марсианами. Прошу тебя, оставь прибор дома. Но, папа, если я возьму свой... Но... Только не на равнину, где живут малыши, дорогая. Да. А почему бы нам не сыграть в игру Бет? Да, мы сможем развлечься и без пингвинов. Смотри, папа, это восхитительно. Малыш, твои родители пошли искать еду? Давайте найдем друга Бет по имени. Не думаю, что Пол здесь. Почему? Он тоже ушел смотреть пингвинов. Это не похоже на игру Бет и Пола. Ты так говоришь из-за другой графики. В этой игре не так много деревьев, детей и школ. Это точно не игра Бет. Пойдемте. Куда? Не нужно. Этой комбинации битов нужна помощь. Помощь, но не твоя. Возвращайся к нам. Ты в порядке? Ты хулиган, тебе должно быть стыдно, что ты обижаешь тех, кто меньше. Пойдем, Нед. Делай, что говорит Гав. Выбирайся оттуда, это не твои проблемы. Уверена, что им нужно просто поговорить. Похоже, этот последний. Тебе нравится моя перчатка, Минекс? Бет, уже поздно, мы уходим. Пожалуйста, Нед, уходи оттуда. Подождите, я передумала, я иду с вами. Ты не исчезла. Да. Нет, игроки посылают тебе 1 000 000 поздравлений. Похоже, ты сильнее всех. Ты стала героем игры.
Теперь ты можешь выйти, Минекс. Наверное, ты голодный. Присмотри за ним, мистер Хамелеон. Что происходит? Ясно же, что игра окончена. Самое время уходить. Нет, вылезай. Не волнуйтесь, все под контролем. Хочу посмотреть, с кем воевала. Они могут тебе навредить. Я королева игры. Ничего не случится. Что произошло? Похоже, здесь были воры. В Антарктике? Мама, думаю, я знаю, что случилось. Минекс, тот пингвиненок, которого я нашла вчера в долине. Что ты сделала? Как ты могла? Они сотрут ее в порошок. Беги, Нед! На этот раз спам поставит мне памятник. Нет! 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 Тут тоже нет следов пингвина. Животные ведут себя инстинктивно. Он ищет своих родителей. Ну вот, вот ты где. Вот ты. Мой питомец. Минекс, я тебя искала. А сейчас мы должны его вернуть. Пожалуйста, папа, нет. Если он останется, я буду за ним смотреть. Нельзя, Бет. Пингвины очень семейные животные. Его родители будут его искать, а у тебя уже есть мистер Хамелеон. Нет! 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 Мы должны помочь этой глупышке. Ее же разобьют! Ее точно разобьют! Убегай, Нед! Да, да, нет, да, нет, да. Конечно, Орк. Бет, Бет, пожалуйста, ответь. Бет! Она не отвечает. Есть только один выход. Отыскать ее. А как детеныш узнает, где его родители? Детеныши ищут родителей благодаря сигналам, которые те посылают. Видишь, Бет, матушка природа имеет свой ритм, и мы не можем его изменить. Этим животным нужна своя семья, так же, как и тебе, твои родители. Да, ты был прав. Кроме того, есть и Эдебиты. Где они? Эдебиты, где вы? Наконец-то! А где Нед? Нам нужна твоя помощь, Бет. Нед думает, что она героиня видеоигры. А это не так просто, как я думала. Странно, я не могу играть. Игра заблокирована. И мы не можем зайти.
Я знаю. Мы поступим как пингвины. А как делают пингвины? Их детеныши ищут родителей по особенному сигналу. Мы пойдем за сигналом богомола и найдем, кто его контролирует. Нет, нет, нет. Правильно, Гав. Почему мы не подумали об этом раньше? Найдем игрока. Смотрите, вон там. Да. Этот маленький проныра двигается быстрее, чем вирус в электронной почте. Что это? Кто тут? Эдеби, ты! Бет, мы нашли богомола. Что? Этот баг мне поднадоел. Стоп! Стоп! Прекратите, у меня кружится голова. Вы заплатите за это. Вы за это заплатите. Победа! Я еще вернусь. Пусть идет. Нет, мы его победили. Всем управлял баг. Ты о чем? Я победила благодаря своему проворству. Я уже получила предложение от других кибер-игроков. Они хотят, чтобы я стала их лидером. Скажи, Бет, но не волнуйтесь. Я ни на что не променяю мир и благополучие своей команды.